Весь мир тычет в Путина пальцем. Бывшая опозорила его. Экс-первая леди России Людмила Путина, если верить СМИ, снова вышла замуж. Бывшая жена президента Владимира Путина стала супругой главы Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очередного. Как на днях писали в своем расследовании, центр давно находится под патронажем Людмилы. Теперь же Путина и ее возлюбленный сочетались с законным браком. По данным фонда борьбы и коррупции, который перепроверил данные, полученные журналистами, теперь фамилия Людмилы очередная. Выяснилось, что Людмила сменила фамилию. И сделать вывод о ее замужестве сотрудники фонда и журналисты смогли. Проанализировал документы на квартиру в Санкт-Петербурге, которой семья Путиных владеет с 1995 года. Информация вряд ли будет утверждена официально. Владимир Путин не раз заявлял, что не намерен афишировать личную жизнь своих близких и родственников. Напомним, о разводе Путиных стало известно летом 2013 года. После балета «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце пара сообщила журналистам, что намерена разорвать свои отношения.